Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, а значит, это пятая часть моего прохождения игры Gran Turismo, первая часть на PlayStation. В прошлой части мы с вами наконец-то купили машину и начали карьеру гонщика. Купили Silvio мы, Nissan Silvio. Прошли первый чемпионат, воскресный кубок. Заработали первую машину, но тут же ее и продали. И теперь у нас в наличии есть 37 тысяч кредитов, которые мы можем потратить на нашу машину. Так, надо ее выбрать. Сейчас мы, значит, с вами ее немножечко затюнингуем. Так, идем в Nissan. Тюнинговое ателье Nismo. Так, ну, мощность, как я говорил, пока я трогать не буду. Я пока хочу лишь ее прокачать на управляемость. Давайте зайдем в подвеску и посмотрим, сколько стоит гоночная. Прекрасно. То есть у нас есть 15 тысяч, которые мы можем потратить. Так, остается 22. Интересно, стабилизаторы. Поставим жесткие стабилизаторы, я думаю. Чтобы она управлялась как можно лучше. Так, ну вот, подвеска у нас куплена. Что еще немаловажно, это покрышки, резина. Но на резину нам уже не хватит, на гоночную. Гоночную мягкую. А нет, вы смотрите, отлично. Гоночная резина. Ну это просто прекрасно. Значит, нам хватит еще и на резину. Это просто великолепно. Так, и тогда еще мы зайдем снова в облегчение и, наверное, купим еще вторую стадию. Да, отлично. Просто прекрасно. Ну, теперь-то наша Сильвия будет скакать по кочкам, по поребрикам трасс гораздо резвее. Так, осталось 1300. Ну, тратить уже это некуда, это мелочь. Оставим на заправку. Так, пойдем тогда теперь в специальные гонки и пройдем. Сильвия у нас заднеприводная. Пойдем в чемпионат заднеприводных машин. Вот сюда. Давайте посмотрим, что у нас тут. Теперь у нас уже бонус за выигрыш гонки будет не 3000, а 5. Вот видно справа. Бонус чемпионата 10 тысяч. И также 3 трассы. Но трассы уже так, в обратку здесь Grand Volley. Уже и большой. Deep Forest будет. Ну, в общем, думаю, будет посложнее немножко. Там уже потому, что и машины будут немножечко тоже прокачаны. Так, ну что же, начинаем. Состязание FR. Три гонки. FR, буквы FR. Да, в детстве мы думали, что FR это чисто обозначение, ну, то, что машина заднеприводная. Но на самом деле это обозначение Front-Rear. Что это значит? Это значит, что у нее переднее расположение двигателя и задний привод машины. То есть колеса ведущие задние, а двигатель расположен спереди. Вот, оказывается, как. Сам узнал это довольно-таки недавно. Так, давайте посмотрим, кто участвует вместе с нами, с нашей Сильвией. Так, опа, Сильвия стала у нас весить меньше тонны. Прекрасно. Supra RZ. 366 лошадей. Кошмар. Mazda FDR X7. 300. В общем, тут почти у всех уже... Ну, в общем, тут все мощнее машины, чем мы. По весу, конечно, мы на втором месте. Ну, трое, я думаю, нам не соперник будет. Но попыхтеть с Супрами и Маздами нам придется.
Думаю, придется не сладко. Так, ну квалификацию я опять же говорю, пропущу. Смысла особого ее нет ездить. Так, настройки тоже пока особо лезть не стоит. Поедем сразу гонку. Так, ну что же, приступим. Сейчас посмотрим, как мы будем выглядеть на фоне этих монстров 300 сильных. Так, в прошлой части я начал рассказ о том, как ко мне попала Gran Turismo 4. И остановился я на том, что PlayStation все-таки к нам в руки попала, но у меня не было самого главного, не было игры. Так, ой-ой-ой. Да, надо теперь привыкать к управлению обновленной машиной. Чувствую, что рановато мы сунулись в этот чемпионат. Ребятки уезжают от нас. Так, ну ничего, проедемся все равно, посмотрим, как мы будем выглядеть на протяжении всей гонки. Да, на прямых, конечно, они уезжают от нас просто в точку. Так вот, четвертая Gran Turismo я смог купить тоже не сразу. Я его нашел только спустя еще, наверное, месяца два. Сначала у меня появилось... у нас в городе, то есть у нас город небольшой, конечно, город-герой, славный, великий город-герой, но он маленький. И в те времена на PlayStation 2 продавались диски только в одном месте, и Gran Turismo 4 я там не нашел. А мой друг в то время учился в нашей столице, в столице Приморского края, в Владивостоке. И я дал ему денег и наказал, строго наказал купить Gran Turismo 4 там. Он уезжал на неделю и возвращался на выходных. Так вот, он, подлец такой, привез мне диск, но привез совсем не Gran Turismo, а привез Need for Speed Most Wanted. А чё, говорит, Gran Turismo не было, четвертого. Я тебе взял тоже жгонки. Need for Speed Most Wanted, я думал, ты не будешь против. Ну, в общем, у меня не было слов, у меня челюсть просто отпала. Я говорю, ну как же так, я ж тебе говорил, надо купить только Gran Turismo и ничего кроме. Ну, говорит, вот так, в общем. Пришлось мне играть, ой, еще, наверное, пару недель в Need for Speed Most Wanted. Тоже неплохая, да, игра, но все-таки я хотел не этого. Так, немного отвлекусь опять. Мы тем временем все-таки одолели первую трассу, выиграли ее. Я несказанно этому рад, потому что поначалу я был в шоке от того, как они на старте от меня уехали. Так, ну тогда у нас есть шанс выиграть этот чемпионат. Продолжим тогда. Вторая трасса, и это Deep Forest. Квалификацию пропускаем. Так, и едем в гонку. Так, ну, пока я еду, я продолжу рассказ. Ну, значит, Gran Turismo 4 я все-таки, когда оно ко мне попало в руки, я Ромке больше заказывать не стал, потому что понял, что человек, он в этой части ненадежный и покупает все, что ему заблагорассудится. И, значит, я Gran Turismo 4 заказал другому своему корифану, о котором я вам уже рассказывал, это Леха. Он тогда тоже учился там же, во Владивостоке, ездил туда, и он мне с первого раза купил Gran Turismo, привез, и мы с ним
А, перед этим я пошел к Ане, и нужно было PlayStation-то у нее забрать. Я сказал, что я наконец-то купил ту игру, о которой мечтал. Ну, она мне отдала приставку. Вот, и я к своему большому стыду, я как засел за нее и не отдавал ей очень долгое время. То есть мы с ней договорились, по-моему, по неделе, по-моему, играть на ней. А я как ее забрал и, наверное, не отдавал ее ей, ну, месяца два. Это просто, у меня там крышу сорвало. Причем первое время я играл, у меня не было memory карточки. А там оказывается такая фишка, что мы когда с Лехой забрали приставку, пошли к нему домой, подключили ее, вставили диск, стали, значит, ну, включаем основной режим карьеры, а он требует memory карточку. То есть без того, без возможности, в общем, сохраняться, режим карьеры не включается. Это был такой шок для нас. Это, ну, с плохой точки зрения, мы были так расстроены. Был, получается, доступен только режим аркады. Но все равно мы несколько дней играли эту аркаду и ночами зависали в нее на выходных. Ну, в общем, нас это не остановило. Конечно, было не так интересно. Но аркаду там на самом деле тоже можно проходить. Какой-никакой режим продвижения там есть. Вот. Ну и мы решили, что надо ехать в Находку, на Балку, на рынок за memory карточкой. Она по тем временам стоила 1000 рублей. Не знаю, меня, скорее всего, накололи очень жестоко, но мы нашли в городе, в единственном месте, где можно купить эту чертову memory карточку. Взяли ее за 1000 рублей по тем временам. Это были большие, блин, деньги, но что же делать. И теперь у нас появилась возможность начать карьеру. И вот на этом моменте-то как раз и вся другая жизнь отошла на второй план. Пропускали учебу, универ, пропускали пары и просто заигрывали с нее настолько, что забывали про все. Так, квалификацию опять же таки пропускаю. Сейчас это длинная версия будет трассы с Grand Valley Speedway. Ну ничего, вроде бы идем гладко, ровно, две гонки уже выиграли. Вот, и Аня мне уже начала так намекать, что пора бы тебе отдать приставочку мне. Мне тоже, говорит, хочется пробовать допройти секретные материалы. И я понял, что надо, в общем, собирать денежку и выкупать у нее полностью приставку. В общем, я ей сказал, что давай я поднакоплю деньги и выкуплю у тебя твою долю. Вот. Ну, в общем, она согласилась. Я какое-то время собирал деньги на приставку. И через некоторое время я ее долю выкупил у нее. Я ей все-таки отдал тогда приставку. Она поиграла еще в секретные материалы. По-моему, прошла все-таки их. Но потом, когда, естественно, я отдал ей деньги за ее добрую половину вложенных средств, даже больше изначально, я, естественно, приставку уже забрал навсегда к себе, и мы стали с Лехой у него дома зависать. Я у него оставался с ночевкой. Мы тогда дошли уже до длинных чемпионатов, проходили по ночам длинные гонки по несколько часов. И проходили мы их прям как настоящие дальнобойщики, как вот в реальности проходят эти многочасовые гонки. То есть начинал, например, гонку он, ехал 2 часа, или может быть 3, и потом
А я ложился в это время спать. Я спал, он проезжал свою часть дистанции, будил меня, за руль садился я, ну и продолжал ехать, ехал свою часть дистанции. Ну, на более коротких чемпионатах, допустим, там 5-6 часовых хватало 1-2 замен, а там же были еще и многочасовые, уже появились тогда в четвертой части 24-часовые гонки Лиман. Основной особенностью их было в той части, что можно было включить режим беспек, и за тебя бы проехал. В любой момент, в общем, переключаешься на режим беспек, по-моему, на пит-стопе, и все, начинает за тебя ехать бот, виртуальный гонщик. Но мы, да, прошли, по-моему, одну гонку так, а одну, их, по-моему, там две было, 24-часовых, а одну мы прошли, вот, меняясь, поочередно проходя ее, как прям настоящие гонщики. Да, надо было еще купить себе шлем для этого, гоночный костюм, перчатки и гоночные тапочки, чтобы совсем угореть. По-серьезному, как говорится, по хардкору. Но все равно было очень интересно. Четвертая часть, она до сих пор у меня остается любимой. В ней было столько внутри всего интересного, то есть чемпионата. Наполнение у нее было просто колоссальное. Очень много машин, детально проработанных, очень много интересных заданий, интересных чемпионатов. Ну, в общем, сбалансирована она была великолепно. Может быть, искусственный интеллект, да, претензии всегда есть, но это маловажный фактор для меня. Всегда можно найти, как себя развлечь, как бы там ни было. Тем более разнообразие заданий, оно давало тоже свою сложность. Вот. Единственный минус, и это больше всего не нравилось моему другу, вот Лехе, что в четвертой части пропала возможность разукрашивать все машины, то есть покупать гоночные модификации, на них ставить гоночные раскраски, и ему вот это не нравилось. Ему и сейчас не нравится то, что этого нет. В пятой, в шестой части, вот, он прям, ему этот пункт, то, что они вырезали, очень прям так осерчал на разработчиков. Мне это, в общем-то, не так критично, но в остальном четвертой части, ну, я не знаю, просто нет минусов. Так, ну вот, собственно, так у меня прошло знакомство с четвертой частью. Ну, а тем временем мы прошли очередной чемпионат, гораздо более сложный, заднеприводных машин. Так, нам в подарок дали еще одну машину. Сейчас мы зайдем и посмотрим на нее, что ж там за агрегат нам отписали. Но, скорее всего, мы его опять же таки продадим, я думаю. Пока мы его продадим. Так, зайдем в гараж. Вот так вот. То есть нам дали, по сути, ту же самую Сильвию, что у нас. Но эта Сильвия даже хуже, чем та, которая у нас. Да, она не прокачанная совсем, но она и изначально вот по лошадиным силам здесь 129, а у нашей-то Сильвии 168 изначально была укупленной даже. Так что мы ее продаем и выручим за нее. Подержанные машины здесь всегда продаются за одну и ту же цену. Здесь за них какую бы... Оп, не туда зашел. Тюнинг. Ха. Продажу. Так, всегда дают 12 тысяч. Какая бы машина ни была, гоночная, прокачанная, либо вот такая вот простая, все равно продажа идет за 12 тысяч. Ну, ничего страшного. Так, теперь снова выберем нашу Сильвию. Так, и у нас 38 тысяч. Не имеем возможности еще подкупить на нее что-либо. Ну, вот не знаю, мне вот этот момент очень нравится. Вот. То есть накопил деньги, вот про него я и говорил, что
идешь в магазин, выбираешь, какую запчасть лучше купить, потому что, ну, денег мало действительно, и купить мы можем не все. Так, управляемость мы прокачали. Теперь, я думаю, стоит немножко повысить мощность все-таки, потому как для этого чемпионата мощей у нас уже маловато. Так, купим мы тогда гоночную систему выхлопа. Она нам как-никак добавит 20 лошадей. Да. Так. Так, а турбина, интересно, на нее есть? Да, и турбокомплект на нее есть. Так, ну, только 4-й стадии, 3-й максимально. И сразу смотрите, как вырастает мощность. До 439 лошадиных сил. Соблазнительно, соблазнительно, но пока я брать его не буду. Я возьму несколько запчастей из двигателя. Настройка двигателя, компьютер. Так, немного, но все же. Так, шлифовка коллекторов. Ну, обалденно. Так, мощность потихоньку растет, балансировка двигателя. Так, приближаемся к магической отметке в 200 лошадей. Ага, вот настройки-то и нету. Увеличение объема тоже невозможно. Угу. Так, что у нас есть еще на мощность? Есть у нас радиатор турбины. Вот. Его мы поставим, гоночный. Хотя интересно, турбины нет, а радиатор поставили. И он тоже мощность добавил. Ну, пускай. Так, и тормоза тогда сейчас надо. Комплект спортивных тормозов купить. Потому как скорость увеличится, и надо будет, конечно, эффективнее тормозить. Так, осталось еще 11 тысяч. О, как раз. Тормоза полностью прокачаем. Так, ну вот, наша Сильвия практически уже. Ну, нам осталось купить турбину и прокачать все, что связано с коробкой передач. Так, сцепление. Угу. Карданный вал, ну, тоже уже не хватает. Так, давайте посмотрим, какая она у нас в гоночной модификации, наша красавица. Ох ты, какие цвета ядовитые и яркие. Ну, неплохо, неплохо. Вот, вот этот пункт Лёхе особенно нравился, ему прям нравилось раскраски машин. Мы помним даже вот в этой части Гран-туризма, в начальной заставке, там показывается много машин, есть машины в гоночной раскраске. И мы, ну, гадали, что это там за машины показаны. И потом, когда находили, все-таки нам нравилось. Как оказалось, Супра в синей раскраске, там такой гоночный с наклейками. Мы долго не могли понять, что это за машина. И потом, когда он все-таки понял, что это Супра, очень обрадовались. И, конечно, купили ее и купили гоночную раскраску. Так, ну, думаю, мы до этого дойдем. Так, машина, значит, у нас прокачана. Ну что, давайте проедемся еще один чемпионат. Так, ага. А у нас, собственно, и проехать-то мы здесь больше ничего не можем. Ну, только если перепроезжать снова чемпионат заднеприводных машин. Так, давайте посмотрим, сколько денег дают. Так, бонус за гонки 5000, бонус чемпионата 10. Угу. И вернемся в Sunday Cup. Воскресный куб. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, нажал старт. А хотел просто информацию посмотреть. Ну ладно, значит, судьба, как говорится, ладно. Раз зашли, проедем его. Все равно нам надо зарабатывать деньги. Его мы проедем быстрее, чем чемпионат заднеприводных машин, да и проще. А денег практически столько же за него дают. Так, ну, вновь Автомринг Мини. Сейчас у нас болид уже более заряженный. Проблем вообще никаких не должно быть. Тут в первой части, кстати, ограничение
чемпионата, ну, ну, довольно слабый. То есть вот в этом первом чемпионате, например, ограничений вообще никаких нету по технической составляющей машины. Сюда можно даже на полностью прокачанном Skyline будет приехать и гонять с этими вот, ну, любителями, так скажем. Вот, конечно, в дальнейших частях они... Особенно это сейчас заметно в шестой, то есть там появился пункт уже, технический рейтинг, да, и по нему в основном там ограничения, ну, плюс резина очень немаловажную роль сейчас там играет в шестой части, то есть нужно подбирать. Вот, ну, это, конечно, отдельный разговор. Как вы уже заметили, люблю я возвращаться к шестой части, потому что она... Я считаю, что после четвертой части она, точнее так, она наиболее всего приблизилась по, ну, насыщенности, что ли, по атмосфере какой-то, вот к четвертой, к моей любимой части. Она до сих пор не дотягивает до четвертой части по наполнению. Но все-таки атмосфера. Так, приношу свои извинения, дорогие интернет-зрители. У меня тут произошел небольшой сбой, и трансляция сбилась. Я вышел из нее и... ну, исправил, в общем, все. Снова зашел, но пришлось выключать запись, и снова я ее не включил, поэтому... Я записывал видео, ну, то есть, играл, думая, что запись идет, но на самом деле я забыл включить запись, поэтому концовка чемпионата не записалась, я, значит, допрошел его, оставшиеся две трассы, и на заработанные деньги, то есть, опять нам дали машину, Демио очередную за прохождение воскресного кубка, я ее продал. У меня было 37 тысяч, я на них купил на нашу Сильвию турбину, поставил, как мы этого и хотели. Вот, третья стадия сейчас куплена у нас. И также немного купил запчастей вот в трансмиссии. Взял сцепление на остатки, так сказать, суммы. Маховик поменял. Так, нет, кардан не... Ну вот, собственно, что я купил на остатки средств. Так, и, по-моему, тормоза, да. Соответственно, сейчас у нас Сильвия готова к более серьезным испытаниям. В следующей серии мы с вами будем тогда проходить, возьмемся за два вот этих чемпионата. Они более серьезные. Здесь уже машины гоночные выступают, но наша Сильвия сейчас им не уступает практически ни в чем. Только что нет гоночной раскраски. Но это не критично. Так что вот я вкратце рассказал, что я сделал в тот момент, когда трансляция у меня рассыпалась. То есть это выпало из видео. Ну, ничего страшного, все равно мы по второму разу одно и то же проходили. Поэтому сейчас мы закончим серию эту, и в следующей серии уже продолжим восхождение на автогоночный Олимп. Так, надеюсь, что больше таких сбоев не будет. Постараюсь, чтобы этого не было. Еще раз прошу прощения. Ну и будем прощаться. С вами был российский голос Гран-туризма. Скудер. Ну и продолжайте комментировать, писать свои комментарии, свои эмоции. Мне будет очень интересно почитать. Пишите о своих впечатлениях.
впечатлениях от Гран-туризма, как это было у вас, может быть, как вы начинали знакомство с серией. Будет очень интересно об этом почитать. Да и не только про первый Гран-туризма, также пишите и про остальные части. Может быть, у кого-то знакомство с серией было, не начиная не с первой части. Ну и все, на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока. Встретимся в следующей части.